Привет, YouTube! Ко мне обратилась Лидия с вопросом по поводу растянутых бюстгальтеров. Девочки, все мы знаем, что действительно происходит это. Проходит какое-то время, шлейки растягиваются, он уже становится не очень удобный, комфортный, и что с ними делать? Ну, честно говоря, у меня есть одна идея, можно сделать чехол для бутерброда. Это, конечно же, шутка. Девчонки, любите себя, покупайте себе новое белье, потому что в них, в новом белье, мы чувствуем себя более женственными, красивыми. Преподносите подарки мужчине, своему любимому, себя в новом красивом белье. Потому, конечно же, какие-нибудь шлейки вы можете использовать для подвязки огурцов, но лучше всего бегом в магазин за новым красивым кружевным французским бельем.